Птицефабрика Енисейска в Туве признана банкротом. Об этом пишет информационное агентство «Сибновости». Арбитражный суд Тувы признал банкротом предприятие. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам, заявление в суд подала абаканская ООО «Евросем», являющаяся кредитором птицефабрики. Общая сумма требований, включенных в реестр кредиторов, составляет 17,5 миллионов рублей. В решении арбитража говорится о введении конкурсного производства. Отчет о ходе конкурсного производства арбитражный суд Тувы рассмотрит 28 февраля следующего года. И о курсах валют. Доллар и евро вновь прибавили в цене. Американская валюта на сегодняшний день стоит 57 рублей 67 копеек, а цена европейской составляет 69 рублей 10 копеек.